Гаяськи, ребята, меня зовут Фулайус, и сегодня мы поиграем в растения против зомби, часть вторая. Что ж, начнем, ребята, у меня тут эпик-квесты срочно нужно пройти, поэтому их сегодня и будем проходить. Не знаю, что нас там ожидает. Пятый день квеста, ну что ж, посмотрим. За него мы получим огромную голову пиньяты, в которой будет очень-очень много левелов для наших растений. А что это такое вообще, ребята? Там какие-то такие были смешные зомби, зомби как типа пан. Рокер какой-то. Забавно. Ну ладно, начнем. Я вот так вот сразу ускорю, и непонятно, а чем же нам отбиваться. Яблочком нам отбиваться, ребят. Ну, яблочком отбиться можно. Вполне себе отлично. Так, а это что за штука? Эта штука, вроде ее так садишь, и она потом за спину бьет. Точно, я помню. Это ж как-то она называется-то. Ну, это типа как. Не знаю, лук пари, не лук, это как спаржа, ну что-то вроде такого, бамбук может какой-то, бамбук, в общем, буду его называть, потому что здесь я не вижу его названия. Так, мы получаем суперспособность, на что мы можем потратить, даже не знаю, в принципе, ну ладно, садим пока что эти бамбуки, отлично. Ой, а смотрите, а яблочки гасят факелы, факелистов вот этих вот, исследователей египетских они гасят или что, или нет? Не, к сожалению, не гасит, то он, наверное, видимо, погиб, и его погасили. Да, так его, к сожалению, не гасят. Ну, ничего, ребята, ничего. В принципе, тоже неплохая штука. Эти яблочки, да, их надо будет обязательно приобрести, я считаю. Поэтому будем на них копить денежку. Так, давай, ускоряемся. Нам надо быстренько сегодня все пройти, все так четенько, быстренько закончить. Так, а ну смотрите, как эта штука бьет за спину. Смотрите, вот он такой сидит, такой затаился, причаился, так. И только зомби за спину заходит. Ой, нет, и его уничтожает зомби с факелом. Ладно. Ладно, ребят, ну вот смотрите, вот здесь внизу, видите, на последней линии, он вот так вот бьет всех. Вот так, бах, бах. Ну, как-то слабенько на самом деле бьет, ну да ладно. Не беда, не беда, да-да-да. Так, давайте банчочка. Ай, тихо. Чуть не прошел этот бешеный профессор здесь у нас посерединке. Ну, это, в принципе, какая, ну, предпоследняя волна, можно сказать. Поэтому не страшно, даже если кто-то и пройдет. Но нет, этих факелов очень много становится, ребята. Мне становится страшно. Но мы не боимся этих клятых зомби. Мы их будем уничтожать, ребята. Бах. Банчочек, давай. Бах. Вот так вот их. Вот так, давай, разминай. Хорошо, отлично. Ставим еще, ускоряем все на свете, ускоряем. Давайте, даем супер выстрел, супер мега залп из огромных яблочек. Кстати, вот этот супер залп, он уже не из обычных надгрызанных яблочек, а из, в принципе, полноценных. Ну, они там чуть-чуть только поднадгрызаны, ну, так совсем чуть-чуть, как бы, ну, ничего страшного. Так, вот на этой линии у нас уже прорвались зомби, ну, ничего. В принципе, ой-ой, смотрите, тут диамантики, наши кристальчики. Я вот так просто всем дам сейчас по яблочку, по суперудобрению. И бабах, ну вот так вот. Отлично. Че, смотрите, еще кто-то выжил. Не, один только зомби бронированный выжил. Ну, против бронированных такие залпы, понятное дело, не очень хорошо работают. Ну и ничего страшного. Тут могила, посылатель кости свои кидает, и могилы здесь вырастают. Но он недолго выращивал здесь свои могилки. Так, и, ребят, мы побеждаем, получаем денежку и отправляемся в следующий квестик. А у нас он будет, следующий квестик. Так, шестой, ребята, день. Я уже этот хочу пройти сначала, потому что здесь ограниченное количество времени нам дается, к сожалению. Поэтому, ну, в принципе, пока ничего особо интересного не попалось. Ну, не знаю, пока, в принципе, все растения нам уже когда-то попадались. Вау, ребята, а вот здесь, я надеюсь, нам что-то интересное попадется. Так, в смысле, как одностречек справится с такой угрозой, я не пойму. Или здесь будет уровень, который нам будут одни колючки даны, будет забавно. Так, нет, вот он, яблочко дали. Ну ладно, с яблочком еще можно как-то пройти. Ой, нет, тут летающие эти негодяи. Вот они опасны на самом-то деле. Что-то постоянно нам яблочки дают. Что-то какой-то подвох, что ли, в этом есть. Я не пойму, ребята, я не пойму. Ну ладно, вот так вот на задний планчик я поставлю однострельчики. Ой, а что это такое, ребята? Знаете, какая-то колода непонятная. Что это такое? А, это какой-то лис, что ли? Ласки какие-то.
Непонятный. А, ну, я понял. То есть, вот колода, да? Если эту колоду разрушить, то из нее вываливаются вот эти вот какие-то ласки, куницы, что-то такое. Ну, блин, забавно выглядит, конечно. Ой, вот эта штучка, которая отлично, которая уничтожает вот эти вот машины все. Классная штука. Какая-то типа эмми-граната, ну, то есть там какой-то электрический разряд идет, и мы побеждаем всех вот этих вот растений, точнее, зомби, которые, так, электрические, ну, скажем так, роботов всяких. Против нас тут очень много новых интересных, ребята, зомби. Смотрите, птичка Додо, ну, особая какая-то птичка Додо с зомби-лепреконом на спине. Так, ну мы их уничтожим, надеюсь. И против нас тут разлом, ребята, да, произошел. Разлом произошел из мира, который доисторический, который замерзшая пещера, в общем-то, мир. Так, давайте вот на эту линию мы как можно больше выставим колючек, потому что здесь какие-то транспортные средства зомби идут на нас. И это мне не нравится, не нравится, не нравится. О, Эмми граната, блин, где же его тут взорвать придется. Так, замедлили мы зомбичка. Ой-ой-ой, отлично. Отлично, то, что нам нужно сейчас, нам и попасть. Правда, одно яблочко заморозили почему-то. Это нехорошо. У-у-у, ребята. У-у-у, что тут? Что это за йети такой с косточкой в бороде? Я даже не знаю, что куда делать. Вот сюда. А, что делать, ребята? А-а-а, как же много здесь всяких зомбей. Я таких еще даже не видел, ребята. Смотрите, что они творят. Ну, у меня есть одна суперспособность. Ее можно использовать. Ладно, придется использовать, я бы даже так сказал. Так. О, гаргантюа, ребята, гаргантюа. Огромный гаргантюа с сосулькой в руке. Так, я, честно, я растерян немного, но нет, не будем терять. Не будем терять головы, ребята. Нужно сосредоточиться и планомерно, равномерненько уничтожать гаргантюа и всякую остальную нечисть. В принципе, ребята, это последняя самая волна. Даже если не справимся, то нас спасут газонокосильные аппараты. А вот здесь внизу, я думаю, что мы не справимся. Хотя, ребята, вы только на это посмотрите. В принципе, все довольно-таки нормально происходит. Проходит, да, скажем так. Смотрите, доисторический зомби, это, смотрите, ледяной йети, да, а там еще вон доисторический бежит, ну, то есть, который еще древний-древний совсем. Круто, ребята, круто. Ой, нет, вот еще одна волна на подходе. Ну, это точно последняя, да, уже? Да, да, ребята, это последняя самая волна. Ну, смотрите, яблочки, конечно, классная штука, потому что они не дают йети, ой, йети, гаргантюшечкам, они не дают сдвинуться с места. То есть, ну, они микростанчики такие дают, и поэтому, ребят, мы вообще, слушайте, классная штука, надо будет использовать всячески против... всяких там йети, почему я говорю йети, против всяких гаргантюшечек. Вот против кого мы будем использовать эти яблочки. Так, конечно, они там дорого стоят, но я постараюсь их купить, ребята. Так, что же нам делать, куда нам стать, я уже не знаю. Ну, последний гаргантюшечка остался, ребята, последний в мире гаргантюшечка. Ну, не в мире, но, по крайней мере, в этом мире. Так, все. Фух, победили мы его, ребята. Победюн я. Отлично, мы получаем свое золото. Ни одна газонокосильная аппарата не унеслась к зомбям навстречу. И, в общем-то, мы получаем очередной уровень. Так, яблочки мы победили. Что же дальше нас ожидает? Дальше нас ожидает 7-й левел. Смотрите, ребята, в этой пиньяте 100 левелов. Для зоны, это для такой зоны, как это, для гавайской зоны, ну, для островной зоны, там, где пляж, все такое. Так, а это что? Ну, это просто 50 кристаллов нам дается, ребята. Так, ну что ж, сыграем еще разочек или уже в следующей серии садимся? Ладно, ребят, давайте, наверное, я полью садзенчик наш садзенчик полью. Так, за ним, ребят, надо ухаживать, нужен глаз да глаз, как говорится. Поэтому заходим. Так, а что? А, здесь, в принципе, все нормально, перчик растет себе спокойненько. В принципе, ребят, все тут отлично происходит. Эх, новое место купить? Ну не, ребят, мне нужно отлаживать на растение новое. Кстати, давайте посмотрим, что здесь у нас с растениями. Там какие-то новые скидки появились, что ли. А, кстати, да, ребят, вот такую мы пиньяту, ну, что-то вроде такого мы получим на 100 способностей, на 100, не знаю, 100 уровней, 100 опыта для наших растений. Так, ну тут вроде ничего такого нету новенького. Ладно, ребят, что ж, в принципе, на этом серия подходит к концу.
Кто смотрел, тот молодец. Кому понравилось, тот ставьте лайк обязательно. В общем-то, меня звали Флавиус. Адиос, амигос.